Всем здравствуйте. Так, покажу вам видео такое коротенькое. Купили новую игрушечку для Давида. Вот такие мягкие магнитики. Вот такое видео такого коробочка в виде такого домика. Там должны быть плоды по всему виду. Вот они там шевелятся. Такая коробочка в виде старой украинской хатки такой. Соломенная крыша, окошко. Называется «Мягкие магниты». Мой маленький мир, сад. То есть магнитики и магнитики должны быть в виде фруктов, овощей, ну там не овощей, фруктов, плодов, ягод всяких. Вот так вот он сзади выглядит. «16 мягких магнитов» написано. Украинский производитель. Сейчас мы покрутим. Такие вот магнитики. Значит, здесь магниты. Шестнадцать магнитиков. Такие вот. Вот такие овощи. Фрукты. Чем плоды всякие садовые и вкладыш другие наборчики, вот такие же коробочки, как наши, это другие. Значит, плохо видно, я прочитаю. Домашние любимцы, тем магазин, предметы быта, ферма, огород, зоопарк, лесные жители и транспорт. Вот такие фермы. Интересно. То есть можно покупать еще другие наборчики. Так, и сейчас я на холодильничек приклею их, посмотрим на холодильничке. Вот такая вот красота на холодильничке. Единственное, как бы... Написано, украинская хата нарисована, написано сад, ну, как бы, с учетом того, что это украинский сад, наверное. Я не понимаю, конечно, что здесь делает апельсин, банан и ананас. Апельсин, банан и ананас. Для меня это непонятно, что делают в украинском саду эти плоды. А так очень такие интересные. Мягенькие такие, приятные на ощупь они. Очень хорошо держатся на поверхности. Да? Вот Давид проверит все, да? Дарушка, ты проверишь? Проверяй. Это кто? Крыжовник. Яблочко, крыжовничек, да? А это кто? Гранат. Кто это? Виноградик. Ананасик. Гранат. Очень хорошо держатся, мягенькие. Киви, кстати, тоже не знаю, что делать в украинском саде. Яблочко, малиночка, клубничка, смородинка, виноградик, да? А вот сливка, вишенка, абрикоска, да, котик? Да, мой маленький. Ну, в общем, вот такое видео. Все, всем пока, тём-тём, до встречи!